Нам всем нужна красота, свет, покой и уют. А эти покосившиеся развалины уже давно мозолили нам глаза. Господи, мам, что ты тут понаписал? Развалины, мозолили глаза, ну... Лерчик, ну, пожалуйста, не капризничай. Мама все правильно написала. Ну, посмотри на меня. Вот так. Хороший. Слушай, ты помнишь, что у тебя правая сторона рабочая? Там телевидение будет. Конечно, мам. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Прошу. Мама. Слово предоставляется мэру Горбункову Олегу Владимировичу. Дорогие друзья, этот район, построенный полвека тому назад, на месте старой слободки, мы называли дном. Но мы по-своему его любили. Чьи-то родители получили здесь первые квартиры. У многих здесь прошли детство и юность. И, признаюсь, мне самому сегодня немного грустно. Но жизнь не стоит на месте. И через 2 года здесь будет новый, современный, комфортабельный микрорайон. Спасибо. Друзья, наши архитекторы подготовили макет микрорайона, который мы здесь построим. Я приглашаю господина мэра и всех остальных ознакомиться с ним. Прошу. Ну, что там смотреть? Будто мы этого раньше не видим. Че ты моешься, а? Лучше смотри по сторонам. Ты думаешь, готовится покушение на твоего Горбунка? Кому он нужен? Мужики! Костя, Василий, бегом сюда! Че случилось? Че орешь-то? Трупак здесь, бегом! Не понял, че? Пойдем-ка посмотрим. Эй, по этой лестнице нельзя ходить. Она аварийная. Что там у вас? Ты не трогай, надо ментов звать. Пусть сами. Ладно, я аккуратно. Что происходит? Полиция? Молодой, на момент смерти лет 17-18, высокий, 1,92 м. Пошлю образцы тканей в лабораторию, думаю, удастся выделить ДНК. Ну, мы и без ДНК установим, кто таков. Хорошо, что высокий, особая примета. А умер как? Ну, следов насильственной смерти пока не вижу. После вскрытия скажу больше. Труп мумифицировался из-за отсутствия воздуха. Так что, если там есть раны, пулевые отверстия, я все увижу. Сколько он там пробыл, по-вашему?
Ну, одежды на нем нет, а то быстрее бы установили. Но, думаю, лет 10 он там точно проскучал. А, возможно, и в 2 раза больше. Ну, значит, поднимаем всех пропавших без вести в Затонском районе за последние 20 лет. За 30. И по области тоже. Спасибо. Дорогая мамочка, покойся с миром. Земля тебе пухом. Ирочка мне говорила, что родилась в Париже. А, да. Вы, наверное, знаете, что наша семья очень долго жила в эмиграции во Франции. Ну, а после войны мой дед и его старший брат решили вернуться в Россию. Обоих, конечно же, посадили. И выпустили только после смерти Сталина. Да, слава богу, уцелели. Большая удача. Ну, а мама, она закончила здесь школу, а в 57-м поступила в университет. Там же встретила своего будущего мужа. Ваша Аня молодец. Приехала сюда. Стала ухаживать за бабушкой. Да, вы знаете, у них всегда была какая-то особенная связь. Еще салатика? Ой, спасибо, Анушка. Нет, пока нет. Катенька, так вы в полиции работаете? Да. А не сложно? Профессия-то мужская. Я люблю свою профессию. Мне не важно, мужская она или женская. Меня дед воспитывал. У нас в семье традиции. Мои предки еще до революции в полицейском отделении Затонска служили. Вот так. У нас та же история с медициной. У нас в семье, в каждом поколении кто-то обязательно становился врачом. Вот я психиатр, дочка терапевт. А вот я просто домохозяйка. Я служила инженером-технологом, но потом уволилась. А я абсолютно счастлива. И вообще я считаю, что женщины за последние 100 лет не приобрели привилегии, а растеряли их. Ну зачем так говорить? Ну, давайте еще раз помянем Ирочку, Ирину Дмитриевну. Вечная память, царствие небесное. Прожила она хорошую, красивую жизнь. Была замечательным человеком. Необыкновенным. Ну что хорошего расскажете? Нашли одежду там же, рядом с мумией. Возможно, это принадлежит нашему покойнику. Это к экспертам. Но мы поэтому сможем его опознать. Стрижова, уже опознали. Читай. Так. Губанов Константин Васильевич. Рост 1,90 м. Дата рождения 12 апреля 1981 года, место рождения Затонск, улица, паспортные данные. Пропал без вести в сентябре 1998 года. Его отец был местным авторитетом в 90-е, Василий Губанов, помнишь? Нет. Так я помню. Он в нашей школе варенье и соки дарил. Но он уже давно в Москве. Он уже давно на том свете. 10 лет назад умер от инфаркта, но мы связались с его вдовой Вероникой Губановой. Послезавтра приедет на опознание. Не забудьте это к экспертам. Здравствуйте.
всем виновата ты. Теперь из-за тебя моя девочка на принудительное. Света, не надо. Светлана Ивановна, мне очень жаль. Правда. Но у нас не было другого выхода. Оля больной человек. Она опасна. Не только для себя, но и для окружающих. Это надо понимать. Это мои дети, слышишь? Мои. И мне решать, я бы сама за нее отсидела. Тебя кто просил лезть не в свое дело? Как ты узнала про Петю? Откуда? Молчишь? Черная у тебя душа. И бабка твоя такая же. Не смейте так говорить! Извините, она не в себе, не обращайте внимания. Остановитесь, пожалуйста. Да. Добрый день. Здрасте. Врач по вызову к Векшинам. А, да. Проходите, пожалуйста. Мне не нужен доктор. Ты знаешь, кто мне нужен. Оставь, это сейчас не время. Самое время. Папа, ты же мне клялся. Да. Ты говорил, что он в лесу на поляне. Ты водил меня туда. Видишь, самое время. Хватит. Лиля. Все. Доктор ждет. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Глеб Иванович, как себя чувствуете? Здравствуйте. Неважно. Вы располагаетесь? Да, спасибо. Папа со вчерашнего дня жалуется на боль в груди. Ага. Сейчас послушаем вас. Разрешите? Ну, сердцем у вас все прекрасно. Видишь, Лиля. Рубашечку приподнимите. Давай. Угу. Так больно, да? Да? Давно ели? Не хочется. Заболевания желудочно-кишечного тракта были? Язва 5 лет назад. 5 лет назад вылечили. Ну, боюсь, она снова открылась. Так, я вам сейчас выпишу лекарство. Будет немножко полегче, но завтра первым делом гастроэнтерологу, пожалуйста. Я тебя отвезу. Ну, всего доброго. До свидания. Он не пойдет. А я позвоню, уговорю. Вы мне номер телефона какой-нибудь напишите. Что случилось? Почему Глеб Иванович в инвалидном кресле? Огнестрельное ранение, задет позвоночник. Папа работал у одного бизнесмена охранником. Попал в перестрелку. В общем, не любит вспоминать то время. Это его городской номер, а мобильного у него нет. Ничего. У меня вопрос к вам. Язва могла открыться на нервной почве? Конечно, могла. Да. Обычно так и бывает. Простите, пожалуйста, а что это за брелок? Это тамагочи.
питомец. Не слышали? Такие игрушки были в 90-х. Ну, его надо было кормить, лечить, иначе он умирал. Я взгляну? Пожалуйста. А, я помню такой, да, забавная вещь. Ну, он, правда, не работает уже. Угу. Сломался давно, а выбросить не могу, потому что память о юности. Понимаю вас. Всего доброго. Не болейте. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Коля, помоешь посуду? Угу. Да? А то нам еще собираться надо. Анечка, ты же с нами едешь. Я? Поедем на дачу, поживешь там у нас 2 недельки. Мы как раз яблоки все собрали. Столько в этом году, полный погреб. Яблочки, яблочки. А, сейчас. Смотри, какая красота. Ой, как красиво. Ну так что? Что? Нет, я пока не поеду, ладно? Не, мне просто за 2 недели в поликлинике там нужно об увольнении предупреждать. Вот. Квартиру разобрать хотела опять же. К нотариусу зайду, наследственное дело открою. Мне же бабушка квартиру завещала. Но ведь ты здесь жить не собираешься? Может, надо жильцов найти? Жильцов найду. Как раз. Дочь, тебя что-то тревожит? А, вы тут секретничаете. Ну ладно, я пойду собираться. Могу я с тобой проконсультироваться? Так давай, я слушаю. Значит, это по поводу одной моей пациентки? Ну, неважно. Ей приснился странный сон. Слишком реалистичный. Ну, она говорит, все было как будто на самом деле, но при этом она была просто уверена, что не спит. И давно ты видишь такие сны? Да, пап, тебе не проведешь. Нет, только один раз. Ночь смерти бабушки. Пап, как ты думаешь, что это могло быть? Я читала что-то про этот Анройный синдром и... Ну, ты выходила во сне за пределы своего тела? Может, превращалась в какое-нибудь животное или птицу? А может быть, была на другой планете и разговаривала с инопланетянами на их языке? Нет, конечно. Ну, тогда какой же это Анройный синдром? Это просто типичное ложное пробуждение. Тебе снилось, что ты проснулась, хотя на самом деле ты просто продолжала спать. Такое бывает после стресса и переутомления. Успокоиться нечем, считаешь? Совершенно. Я готова. Ну ты что, едешь с нами? Я же сказала уже. Молчу, молчу. Будем ждать тебя в Москве.
Здравствуй, Иринушка дорогая. 3 дня отдыхаю, а уже соскучился. Санаторий солидный, распорядок, как в армии. Подъем, 4 похода в столовую, отбой. Море, солнце, белая акация. Но не хватает тебя, глаз твоих чудесных, твоей улыбки, наших разговоров. Пиши мне почаще. Обнимаю, твой Ваня Стрижов. Аннушка, привет. Проходи. Нет, нет, я на секундочку. Это же ваши письма. Нашла у бабушки, хотела вам отдать. Читала? Нет. Нет, нет, что вы. Чуть-чуть. Случайно. Ну тогда ты и самая должна была догадаться. Да. Я любил твою бабушку. Встретились, когда нам уже под 60 было. Думаю, глупость несусветная. А нет. Я догадывалась. Я очень рада, что вы были в ее жизни. Это она была в моей жизни. Мне так ее не хватает. Она тебе не снилась, нет? Я бы все на свете отдал, чтобы еще раз ее увидеть. Я тоже ужасно тоскую по ней. Ты понимаешь, Горбунок, последних жителей квартиры ты же сам расселил. Они купили эту квартиру 10 лет назад у наследников тетки, которые приватизировали ее в 90-е. И тогда само по 90 было. Так что она никак не могла быть связана с Губановыми. Может быть, она ее сдавала кому-нибудь? Ну, может, и сдавала. А как теперь проверишь? Тогда же все нелегально было. Ну, ничего. Мы разберемся. Я в этом не сомневаюсь. Катюх, ты сила. Подпортила мне эта мумия мероприятие. Мама расстроилась? Стрижо, ну хоть ты-то не подкалывай. А ты не думал как-то нормализовать свою жизнь? Разъехаться с ней? Ты можешь себе позволить, ты же все-таки мэр. Чуть что, она начинает делать вид, что умирает. Катюха, я погибаю. Она повсюду. Я с девушкой 5 лет не был. Ну, я тебе ничем помочь не могу. А жаль. Маму бы подвинула только такая невестка, как ты. О, нет. Да? Это ко мне, пропустите. Стрижова, сейчас будет сюрприз. Какой? Ну, здрасте. Саша, Савельев. Стрижова, привет. Савельев. Как жизнь-то? Ешь. Больше ничего не дашь? Пока не сходишь к врачу и не обследуешься, не дам. Нельзя, завтра пойду в полицию. Они все равно сами все узнают. Как они узнают, скажи? Как? Документов нет. Свидетелей не осталось. Я запрещаю тебе идти, слышишь? Запрещаю. Никуда ты не пойдешь. Этим уже ничего не исправить. Лили, иди домой. Тебя дети ждут.
А помните, мы всем классом школу прогуляли, потом пошли в кино, а потом лес шашлыки жарить. Круто было. И самое светлое воспоминание всех школьных времен. Одна Степанова только на всех уроках сидела. То есть Степанова. Степанова, кстати, сейчас в администрации президента работает. Ого. Да, да, да. Ну ты тоже тут поднялся-то, я смотрю, а? Рассказывай, чем живет родной Затонск? Как вообще дела? Понимаешь, тут такая тема. Хочется подняться на новый уровень. Сделать нормальный, современный, комфортабельный город. Вот сейчас будет новый микрорайон на дне. Еще нужны школы, гостиницы, может быть, колледж какой-нибудь. И еще нужна какая-то чисто наша затонская штучка. Правильно. Да. Ну, там типа местная достопримечательность. Чтобы только у нас и больше нигде. Извините. Да, мам, я на работе. Буду поздно. На совещании, скажи. Я на совещании. Мам, я тоже тебя люблю. Целую. Что, за маму? Давай. Ты, значит, у нас в совете директоров. Ну да. Знаешь, многие думают, что это очень круто. У меня, конечно, служебная машина, командировка бизнес-классом, конференции, ужины всякие. Понимаешь, Катя, выгораю я сильно. Лет 5 нормально уже не высыпался. Вот все, как говорится, имеет свою цену. Ты, значит, сюда отдохнуть приехал? Ну да. Вот вдруг потянуло на малую родину. Захотелось, знаешь, обнулиться, подумать о своей жизни, какие-то важные решения принять. Ладно, что обо мне? Ты-то как? Я? Угу. Да, так, по-прежнему. Все, в полиции служишь? Угу. В уголовном розыске.
надо же. Лейтенант. Опа. Круто, наверное, для ролевых игр. О, спасибо. Мне и на работе жескача хватает. Мы пришли. Да-да, знакомый подъезд. Ты, значит, по-прежнему здесь живешь? Угу. Ничего не меняется в родном Затонске. Ты подожди, у Горбунка еще руки не дошли до нашего района. А ты? Я не замужем. Развелась как 3 года назад. В отношениях? В свободном поиске. Надо же, просто я тоже. Мне казалось, что у тебя в Москве... Не, в Москве у меня все. А ты помнишь, как мы с тобой на выпускном целовались? Нет. Что, не помнишь? Mm-mm. Скажи, что такого не было. Такого не было? Было-было. Mm-mm. Было. Нет. Сейчас помнишь? Саш, мне идти надо. Завтра на работу рано. Ну, мы же еще встретимся. Кать, зайдешь ко мне? Хорошо. Сейчас зайду к тебе. Хорошо. Что случилось? У меня галлюцинации. Тебе опять кошмар приснился? Не-не-не. Я совершенно точно не спала. Я стояла здесь, посреди гостиной, а он был там. Кто? Кто-то. Подожди. Как это называется? Может, у тебя лунатизм? Вероятно, конечно, но, скорее всего, это опухоль мозга или ранняя шизофрения. Так, давай по порядку. Mm. Почему ты решила, что это не сон? Я услышала звуки. Uh-huh. Я проснулась, я абсолютно точно проснулась. Я прошла в гостиную, а он... Вот. Вот так стоял, вот здесь, вот. Парень в очках. Я его совершенно точно первый раз видела. Слушай, про незнакомцев во сне ты мне как-то рассказывала. Катя, это во сне, а здесь в квартире ночью есть разница. Главное, я знаешь, я даже... И вот я помню, во что он был одет. Какая-то майка с футбольной символикой, куртка синяя. Я читала когда-то книгу о шизофреническом бреде. Вот это очень похоже. Слушай, у тебя отец психиатр. Поговори с ним. Катя, с ним-то я об этом поговорить и не могу. Ни с ним, ни с его коллегами. Это непонятно. Что, если я правда больна? Я должна во всем сама разобраться, как-то объяснить маме, папе. Надеюсь, есть время. Скажи, вот этот специалист, который освидетельствовал Караваеву, это хороший специалист? Хороший. Я могу тебе дать контакт. Дай. Так. Все такое же убогое, как и раньше. Простите! А как мне найти следователя Сумарокова? На втором этаже его кабинет. Да, спасибо. Простите. Бедный мальчик. Знаете,
Меня весь город тогда проклинал, когда Вася развелся с его матерью, чтобы жениться на мне. Но у нас с Костей сразу сложились прекрасные отношения. И я ему была не мачехой, а скорее лучшей подругой. Пожалуйста. Спасибо. Вероника Сергеевна, как по-вашему, что случилось с Костей? А вы не знаете? Расскажите. Его похитил Виталий Барунов, конкурент моего мужа. В 98-м они как раз делили территорию. А похищение в милицию не заявляли? Нет, конечно. У Васи не было другого выбора. Он согласился заплатить выкуп, но после дефолта вынуть деньги быстро из банка было невозможно. Потом на мужа было совершено покушение. Ну, а вскоре и самого Бурунова убили. И концы в воду. Милиция тогда долго Костю искала, но так и не нашла. Да, я знаком с этими делами. Кажется, у вашего мужа спас охранник Глеб Векшин. Закрыл с собой от пули. Да. Выслужился. Обелил себя. А ведь Вася с самого начала подозревал, что это Векшин похитил Костю. Но после того случая он как-то размяк и решил, что Глеб тут ни при чем, а зря. А вы по-прежнему уверены, что похищение Кости – дело рук Векшина? Ну, конечно. Вы же нашли труп Кости в его квартире на Слободской. Векшин снимал ее у какой-то старухи. Штольман Анна Николаевна. Скажите, а профессор Штольман случайно не ваш родственник? Это мой отец. Я так и подумал. Редкая фамилия. Знаете, я прочел все его монографии. Нейрофизиологические эндотипы шизофрении – блистательная работа. Ну а что же вы с такими связями в области психиатрии решили обратиться ко мне? Мне нужно независимое мнение. Лечиться у знакомых, тем более у родственников, не всегда хорошая идея. Это справедливо. Давайте поговорим. Сколько вам полных лет? 27. В семье были случаи психических заболеваний? Нет, насколько мне известно. Кем вы работаете? Врач-терапевт. Замужем? Нет. Почему? Странный вопрос. Вы считаете, это может быть признаком психической патологии? Нет, но это может иметь значение для вашего психоэмоционального состояния. Давайте считать так. Я еще не встретила свою половинку. Давайте. Скажите, были ли у вас за последний год стрессовые ситуации? Родственники Дмитрия Логинова есть? Есть. Я жена. Примите мои соболезнования. Сделали все, что смогли. Умер на операционном столе. Значит, вы уверены, что это были галлюцинации? Скажем так, я была уверена, что это был не сон. Ну что ж, Анна Николаевна, я понимаю ваше беспокойство. Давайте не будем делать скоропалительных выводов и для начала исключим худшее. Новообразование в мозге? С вами приятно иметь дело. Марьяна Васильевна, мы к вам. А, да. Марьяна? Ну ты вообще не извинилась? Вероника. Сколько лет, сколько зима. Ну что, красотка, готова взглянуть смерти в лицо? Нет, я не готова. Какой-то ужас.
В голове не укладывается, что это кости. Мы нашли вещи. Возможно, они принадлежали вашему пасынку. Взгляните на них. Футболка. Там джинсы. Да. Это его вещи. В этой футболке он как раз в тот вечер ушел из дома. Векшина на допрос ко мне. Глеб Григорьевич, имеются показания свидетелей о том, что в сентябре 98-го вы проживали по адресу улица Слободская, дом 9, квартира 11. Подтверждаете это? Глеб Григорьевич. Послушай меня, Векшин. Ты у Губанова охранником был. Труп его сына мы у тебя в квартире нашли. Хочешь молчать — молчи. Только за похищение, убийство ты по-любому сядешь. Разрешите? Там Лилия Векшина, дочь. Говорит, хочет дать показания по делу Губанова. Пропустите ее. Не надо. Не впутывайте дочку, она ни при чем. Пропусти. Послушаем с интересом. Проходите. Я хочу сделать признание. Я... Мой отец тут ни при чем. Константин Губанов погиб из-за меня.